Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 6 июля. Я Олег Шигданов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Извините, что не в купальнике. Нет такого королевского размера. По республике ожидается теплая погода. Местами пройдут короткие грозовые дожди. Ветер западный. Днем с переходом на восточный. 5-10 метров в секунду. При грозах порывистый. В утренние часы местами туман. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 9-14, по северо-востоку до плюс 4, днем плюс 2-4-30 тепла. По центральным районам ночью плюс 9-15, днем 25-31 тепла. По южным районам ночью плюс 10-15, по юго-западу понижение до плюс 4-9, днем плюс 27-32. В столице Бурятии без осадков, ветер переменный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 9-13. Днем максимально 29-31 тепла. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем падать. В Древней Руси созвездие Большой Медведицы называлось «Конь на приколе», а полярную звезду, соответственно, называли «Прикол звездой». Это был прогноз погоды на АТВ, с вами был Олег Шигнанов. Прикольные были мужики эти древние русичи, пойду тоже приколюсь с конем.